Да, сегодня мы снова будем учиться рисовать. Ой, Настя, а кто это в гости к нам пришел? А? Настюш, смотри, кто это пришел к нам в гости? А? Белочка пришла в гости. Ну-ка, покажи, Белочка. Покажи нам. Ой, какая замечательная Белочка. Да, здесь карандашный рисунок Белочки. А ты покажи нам Белочку настоящую. Давай мы на нее посмотрим. Покажи. Вот она какая Белочка. Вот так поставь ее. Вот она, красавица, Настя. Ну давай посмотрим. Белочка, она какая? Скажи. Это животное. Белочка это животное. А какая она? Коричневая. Коричневая. А И еще пушистая. И пушистая, конечно. Вон какая прелесть. А давай посмотрим, что делает Белочка. Что она делает? Она Посмотри. кушает орешки. Орешки кушает. Это значит, что она любит кушать орешки, да, Настенька? А ты знаешь, где живет Белочка? В дупле. В дупле дерева. Да, ты знаешь все, молодец. А у меня была маленькая белка. Еще маленькая была, а эта белочка у нас большая, как Да. настоящая, правда? Вот. А давай мы с тобой попробуем нарисовать белку. Но сначала я хочу спросить у тебя, Настя. А как же белочки зимой? Вот что она зимой кушает? Ей же сложно, ведь орешков зимой нет. Что она делает? Как она кушает? Чем питается? А, ну она кушает так. Она, знаешь, как их запасает летом? Ищет летом, потом несет в дупло дерево, а потом зимой кушает. Вот тогда ей хорошо становится, ведь зимой не найдешь ни орешков, ни семян каких-то, да, ничего не найдешь. А, Настя, смотри, у нас есть карандашный рисунок белочки у тебя и у меня. Вот у тебя на фоне таком нежно-голубом, пока еще невзрачном, и у меня на Я люблю обыкновенном. вот этот. Да. Вот сейчас мы с тобой нарисуем вот как нам Пусть понадобится. она здесь Пусть сидит. сидит, да, посади вместе. Мы на нее будем смотреть. Нам понадобятся краски. Вот такие гуашь. Какой цвет нам нужен? Ну-ка, найди. Какого цвета белочка? Коричневый. Конечно, вот Но давай. я люблю вот этот. Синий пока не нужен, но если понадобится, посмотрим. Ну-ка, давай мы его откроем. Открывай коричневую краску. Ой, упала. Так, упала. Ну, давай, знаешь, ее посадим вот сюда. Вот Да. здесь, вот ей Ну, будет вместе, удобнее. вместе. Ну, Белочка, смотри на нас, смотри. Белочка, как Настенька будет рисовать тебя. Давай, сиди с нами. Так, вот, смотри. Так, открываем коричневую краску. Настенька, давай, только не пролей. Теперь смотрим. Помнишь, Настя, мы рисовали тычком. И тогда, да, правильно. Вот возьми кисточку вот так вертикально. И в воздухе вот так попробуем. В воздухе вот так тычком. Вот твоя кисточка, возьми. Нам нужна будет вот такая щетинная кисточка. Твердая. Да, ну ничего. Это не страшно. Вот такая твердая. Щетинки у нее никак. Вот они твердые. Щетинки твердые. Так, вот смотри, мы ее не мочим. Что я делаю? Не мочу ее, хотя баночка с водой нам попозже будет нужна. Белочка, смотри, как мы будем рисовать. Беру на щетинке, набираю немного коричневой краски. Дальше смотри внимательно. И на своем рисунке я, не выходя за карандашик, начинаю тычком рисовать. Видишь, по карандашику. По карандашику, Настя. Вот, по карандашику, не выходя за контур. Рисовать сначала сам контур. У Белочки у меня получилось туловище. Какое по форме туловище? Круг. Да, похоже на круг или овал. Теперь что это за часть я делаю? Что это? Голова. Да. Дальше у Белочки есть пушистый, пушистый. Смотри, хвост, видишь? Ну, вот такой он. Да, вот он. Давай посмотрим. И чуть-чуть черный, вот он. И чуть-чуть коричневый. Кстати, знаешь, Настя, зачем нужен такой хвост белки? Во-первых, она с таким хвостом быстро передвигается. А во-вторых, зимой она им накрывается, как тепленьким одеялом. Хвостик, видишь, какой большой. Дальше что я рисую, Настя? Смотри, по карандашику. Что рисую? Белку. Лапки, да? Передние лапки. И задние лапки. Вот. А У нас пока холодно? контур.
А еще ушки. Ушки у нее, смотри, как кисточки такие. На треугольничек похоже, видишь? И вот тут вот ушки на треугольник похожи, видишь? А теперь я. Видишь, у меня контур получился. Теперь я контур этот заполняю. Сейчас ты будешь, мы вместе. Видишь, Настя? Получилась такая пушистая-пушистая белочка. Надо немножко взять краски, потому что кончается. И продолжать тычком. Так. Такая пушистая-пушистая, видишь? Сейчас и у тебя получится. Теперь ты, Настенька, пока пусть вот сохнет, похоже. Мы еще орешек изобразим. Похоже. Да, похоже? Моя белочка похожа? Угу. Похоже. Теперь бери свою кисточку. Мы ее не мочим. Да? Не мочим, белочка. Ну, посиди. Посиди, посмотри, как Настенька тебя нарисует. Настюш, давай, бери коричневую краску. Ну, хорошо, пусть так сидит. Берет Настенька коричневую краску. Ой, классно! Да, коричневая краска у нас нам нужна. Да, Настюша? Угу. Не мочить, да? Помнишь, я говорила про это? Берем краску по карандашику, да? Ты начинаешь с хвостика по карандашику. Какая умничка, Настя! По карандашику. Кисточку правильно возьми. Учимся мы держать, да. Вот. По карандашику, молодец. Так, еще немножко, кончилась краска. Так, пушистый. Молодец, пушистый получается, правда? Угу. Теперь туловище по карандашику. По карандашику, вот, молодец, Настя. И хвост будет пушистый у белочки. Да, Настюша? Угу. Вот белочка смотрит, как ты рисуешь, как Настя старается. Лапки нарисовала Настя. Теперь что там у нас? Так, осталось еще туловище не дорисовала немножко, да? Угу. Ну вот, по карандашику вот тут вот, вот здесь. Так, молодец. Теперь головку, да, белочки? Так, молодец, по карандашику лапку переднюю, которая держит орешек. Чуть-чуть капельку набирай. Лапку переднюю Настенька рисует. Молодец. И ушки, да? Ушки треугольнички, как кисточки. Они наверху такие остренькие. Ты не тычком их хочешь? Можно тоненькой потом нарисовать, Настя. Тоненькой. Давай я тебе немножко помогу. Держи, держи листик. Вот. А то их, это очень мелкая деталь. А теперь заполнять вот так. Заполнять головку. Да, Настя? Ой, глазики не видно. А мы сделаем глазик. Сейчас немножко подсохнет. На, заполняй. Угу. Так. Заполняем. Будет так. Пушисто очень. Будет пушисто. Да. Так, Настюша. Молодец. Угу. Так. Лапки сильно не заполняй. Теперь хвостик. Настя, тихо-тихо, не роняй кисточку. Хвостик, а то мы испачкать. Вот смотри, давай вот здесь, чтобы выделялся хвостик, я тебе помогу. Да я. Вот эту часть, чтобы... Вот эту не раскрашивай. Ладно? Чтобы хвост был виден. Вот эту часть раскрашивай. Так. Так, молодец. Белочка какая у нас получается. Ну, белочка, нравится тебе? Ну, конечно, нравится. Ты не заполнила еще хвостик, Настюш? А видишь, водичку положила кисточку. Теперь нам придется ее подсушить. Ну, давай лучше мою кисточку. Вот, смотри, хвостик-то ты не заполнила. Вот эту часть. Вот. А теперь можно нарисовать. Например, смотри, белочка. Кисточку мы промываем. Белочку мы рисуем зимой, правильно, Настюль? Можно добавить под лапками у белочки снежок. Для этого мы откроем краску белую, кисточки промоем. Открывай, помоги мне, пожалуйста, а то мне сложно, не получается у меня. Вот так? Да, вот, молодец. Вот теперь нам надо, Настя, очень хорошо промыть от коричневой краски кисточку. Просушить, мы тоже не мочим. Ну, давай я. Обмакиваем. Так, берем, а я не знаю, это наша с тобой, берем белую краску и... Вот под лапками нарисуем... Что я рисую? Снежок. Конечно, вот. Нарисуешь снежок? Угу. Давай, на.
Снежок пушистый. Ты хочешь нарисовать везде? Везде не рисуй. Снегопад ты, конечно, можешь нарисовать, но смотри, снега больше надо нарисовать под белочкой, Настюш. Вот, вот здесь, под белочкой, вот тут, то есть на земле. Ты поняла, да? А меньше над белочкой, то есть снег падает сверху, снегопад мы изображаем. Вот здесь. Вот, немножко плохо все-таки промыла. Получше промою, потому что коричневатого цвета. Вот что у нас получилось. Так, у нас получилась белочка, которая на заснеженной земле бегает с орешком. Да, Настюш? Угу. А давай мы тоненькой кисточкой еще выделим орешек. Вот. И глаз. Вот тут вот глазик у нас. Вот Настенька сделала. А вот тут вот орешек. Можно даже, может быть, другим цветом удобнее было бы. Вот. Наша белочка у нас сегодня в гостях побывала. Ну, белочка, понравилось тебе с нами в гостях быть, да? С Настенькой понравилось, конечно. У тебя такой пушистый хвост, ты такая красивая. Да, Настя? Настя с тобой играет. Вон, и усики у тебя есть красивые. Такая нарядная белочка. Такая красавица. Да, Настюш. Настенька, а тебе понравилось рисовать? Угу. Понравилось. В следующий раз мы еще что-нибудь придумаем. Да, Настюша? Ну все, пока-пока. Пока.